It's a lynch tape. Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Рфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, я ваш риэлтор во Флориде. Друзья, я сегодня приехала посмотреть дом для моих покупателей. Он мне очень понравился по картинкам, по описанию. Находится в отличном районе, район Метровест, прям вот буквально рядом с гольф-полем Метровест. То есть, если кто живет в окрестностях Орландо, понимают место расположения. Mm-hmm. Да? Очень красивый зеленый район, старые деревья. Я обожаю этот район. Примечательно то, что эта комьюнити относится к очень хорошим школам, причем все три. Mm-hmm. Метровест, в принципе, делится. Здесь несколько зонирований, несколько школ. Этот дом, этот комьюнити относится к Винди Рич, и она включает в себя тоже middle school. Mm-hmm. То есть, если вы помните с предыдущих видео, в Метровесте хорошие элементари школы, две, и хорошая high school, Олимпия High. Она хорошая, она, если посмотрите по рейтингу, не показывает, что она там не десятка из десяти, но ее очень все расхваливают, и она вошла по Orlando Sentinel в лучшие школы Орландо. Очень mm-hmm. хорошая школа, я только положительные слышу отзывы о ней. Middle school здесь так себе. А как раз вот этот дом, K-8, вот эта школа, она как раз относится вот elementary и middle вместе. Сейчас мы быстренько по цифрам пройдем и уже зайдем посмотреть, потому что там сейчас находится хозяин, мы угу. не будем сильно при нем цифры считать. Значит, дом 400 тысяч. Ребята, друзья, за 400 тысяч частный дом сейчас в Орландо, в районах с отличными школами, но таких цен уже не найти. Да, есть да. минусы в этом доме, кое-какие. Крыша, например, 2005 года, ее скоро менять. Но она вроде бы не течет, как заявлено, да? Да, да, и да. Не, она должна, но это уже, конечно, инспектор проверит. Угу. Три спальни, два санузла. Год постройки 1989 года. По квадратуре в скверфитах 1628, в переводе на метраж 151 квадратный метр. Очень маленький HOA, всего $50. Угу, месяц. Очень, угу. да, это очень радует. И налоги нет смысла говорить, да. потому что налоги будут перерасчитываться. Другие, да? Но в целом это полтора, да? Да, что мне понравилось, что этот дом блочный полностью. Угу. То есть не, в те времена строили деревянные каркасы, дома из деревянных да. каркасов, но этот блочный. Угу. Какие еще есть вопросы до того, как мы пройдем? А земельный участок сколько? А земельный здесь он участок, нормальный. Да, 0,19 акра. Mm. Он хорошо. Большой, я смотрела mm-hmm. по карте, но мы пройдем еще, да. увидим, когда выйдем на задний двор. Немножко жарковато. Да, да, да. Я думаю, надо уже пройти. Да, давай пройдем. Хорошо. Проходите. В доме сейчас есть хозяин, владелец. Ух ты, вот интересно. Мы будем не очень шуметь. Да. Так. Что мне нравится, и вот прямо от дверей, высокий потолок. Посмотри, он створчатый такой. Да, этот, да? да, да. Вот, сразу у дверей. Кстати, здесь у нас пол. На... Я не могу понять, или это винил, хороший похоже. Ламинат или винил? Знаешь, я сейчас потрогаю. Да, это винил. Да, винил, mm-hmm. винил. Окей, потрогали. Хорошо. Смотрите, сразу идет распашонка у дверей, то есть приватная зона. Ребята, здесь ну, не очень убрано. Но вот посмотрите, как живут американцы. Да, вы как раз хотели... Хозяин разрешил снимать, посмотреть. Комнаты стандартного размера. Да. Здесь уютно, не считая, что... Очень хорошие окна, да, большие, посмотри. Да, да, да. Прямо от пола и до потолка. Угу. Потолок в спальнях, кстати, тоже он не давит, он повыше тоже, да, да, да. Да, идет, треугольная, конусной формы. Угу.
стандартные шкафчики, да. Не будем рассматривать чужую одежду. На полу ковролин, вот его. На полу ковролин, ты знаешь, надо, да? Его, я думаю, что можно его почистить, да. Не супер старый, на самом деле. Он, просто... он не выглядит старым, просто не пылесосили его давно. Вот здесь у нас так, кладовочка. Кладовочка для полотенец. Так, понятно. Здесь такая же распашонка идет, вторая спальня. Тоже, видишь, высокий потолок. Да. Просто окошко поменьше. Да, окошко здесь пониже. Да. Поменьше. Кровать квин влезает. Да. Все. Так. И санузел. Санузел. Так, раковина. Что это у нас? Плитка. Интересно придумали. А, да? Да. Тут, значит, она, знаешь, что это за... Вот это же плитка, да. Травертин, что ли? Да. Ты знаешь, они... не заморачивались с целостной гранитной поверхностью, да, они плитку положили гранитную. Ну да. Окей. Такой эконом-вариант. Да, подойдет. Угу. Что у нас? Что там смотришь? Что? На потолке, но это не протечка. Не-не, это просто уже можно подделать, подмазать, да. Пылят. Так, а давай вход посмотрим. Вход у нас вот такой. Хороший такой просторный, просторный вход. Да. А давай вот эту комнату посмотрим, что там у нас. Здесь гараж. А, вот давай гараж, это тоже интересно. Кстати, на две машины, большой гараж. На две машины, сушильные, сушка и стиральная машины, они в гараже находятся. А, вот, смотрите, сушка, стиралка. Здесь же... Ну, люди собираются, не смотрите, что здесь так все не убрано, просто люди собираются переезжать, не судите строго, в общем. Бывает и... Бывает, так и живут. Так же, так в гараже, когда люди не собираются переезжать. Да. Но здесь есть оправдание. Кстати, кондиционер, хозяин сказал, находится вот здесь, там, в потолке. В потолке, значит. О, еще есть дверь, смотри. Это дверь уже... На улицу. На улицу, да. Ну, на свой участок. Сбоку, да. Угу. Здесь это опускается, там лесенка есть, и можно делать сервис кондиционера. Окей. Ну, экономия места. На самом деле, это не, ну, я не вижу в этом минус. Ну, да. А вот, смотри, водонагреватель вот здесь такой. Водонагреватель у них, да, достаточно новый, он похвастался. О, отлично. По-моему, он сказал 22-го года. Ну, да, совсем такой новенький. Ага. Так, дальше проходим. Вот здесь мы закрываем дверку. Будем там кондиционирования внутри гаража нет всегда, это стандартно. Да. Да. Так, мы попадаем в гостиную. Ты знаешь, вот очень так необычно, что в гостиной нет окон. Или, ну, какого-то света, да, такого? Ну, света нет, да. Стены, они... чуть-чуть убирают свет, убрали, да? Да, стены чуть-чуть убирают свет. Слушайте. И гостиная получается немножко такая темноватая. Так как это уже комьюнити не нового типа, да, в общем, здесь вот есть это... Я думаю, они здесь стенка. Перестраивали очень много. Здесь была, скорее всего, сплошная стена, вот здесь у нас кухня. Они сделали... по максимуму более открыто. Но на самом деле многим людям я бы это еще нравится. Снесла и вот это у меня, тоже, да? Я бы вот это тоже, да, тоже снесла, да. Честно говоря. Так, ну давай посмотрим, что у здесь. У меня некоторые клиенты, они говорят, мы не хотим вот открытую планировку. Мы хотим кухню, чтобы была такие. В своем углу. Есть вот, пожалуйста. Такие. Вот кухня здесь в своем углу, посмотрите. И она достаточно большая. Да. Хороший шкафчик. Вообще не маленькая. Если кому-то нравится светлый цвет, их можно перекрасить. Угу. Кстати, да, фасады деревянные. Фасады, я отсюда вижу, да. Фасады деревянные. Угу. А, что, плиту что... можно и заменить, она испорченная немножко. Уже, да? Ну, техника не самая новая, но здесь, в принципе, все друг другу соответствует. Сам дом такого года, да? В принципе. Столовая. Да. Здесь, вот видишь, они по максимуму открыли вот это пространство. Чтобы соединить кухню со столовой. Да, такая барная стоечка есть. Ага, столовая. Так, ну-ка. Покажем. Ну, кстати, опять-таки, столовая везде большая. Потолок такая, высокий. Да, посмотрите, вот высокий потолок. Да, я бы вот эту стену, скажи, вот эту стену я бы снесла. Да. И было бы больше места. Ну, это кто как любит. И светлее было бы, да. Угу. Мне кажется, это уже...
Ну, я не понимаю, почему они не снесли, но она не похожа на несущую. Это не несущая. Нет, абсолютно. Она же даже не до потолка. Угу. Поэтому... Здесь, мне кажется, если... Здесь, ну, реально нет соединений даже с потолком, да? Угу. То есть это можно убрать. И тогда это будет одно огромное помещение. Да. Ну, на самом деле, как бы, понятно, что дом 400 тысяч... в районе с отличными школами, да. Дом старый, ну, честно говоря, тогда строили дома, мне кажется, даже более надежнее, чем сейчас. Это да. Здесь у них офис находится. О, офис. Он офис не считается. Это отдельно, угу. Это не считается спальней. То есть здесь три спальни. Три спальни и четвертый офис. Да, четвертая комната, это очень хорошо. Да, да вообще. Вот человек игроман, сразу видно. Любит играть. Так, и пройдем. Здесь у нас мастер. Так, еще одна спальня не мастер. Не очень большая, угу. Да, не очень. Прям, ну, кинг, кровать поместилась, и еще даже бардак поместился. Посмотри, какие здесь тоже потолки не низкие. По всему дому, в каждой комнате, если ты заметила, потолок, он не прямой, он идет под наклоном, и... Высокий достаточно. Да, хороший. А, так, что мы здесь скажем? Мне кажется, это что-то такое встроенное, они сами сделали, нет? Смотри, вот эту именно зеркальную дверцу, как будто бы это что-то такое. Да. Ну, то есть это не walk-in closet, как мы говорим, то есть вы не можете зайти, такой же, как, и, например, в гостевых спальнях обычно. Встроенный, в общем, шкаф получается такой. Да. Так. Все, вот вы наглядно можете смотреть. Здесь телевизор. Да, ребят, я еще так обращаю внимание, даже я обращаю внимание на потолок, на протечки. Да, на протечки надо обращать внимание. Есть, тоже, по крайней мере, по документам, когда я просматривала этот дом до того, как сюда приехать, я подняла пермиты каунти, и крыша 2005 года, это староватая. Ее нужно скоро будет менять. Скоро надо планировать. Вот я обращаю внимание, если есть на потолке какие-то протечки, возможно, она в очень хорошем состоянии. Ну, кстати, нет, только... я не вижу пока, да? Да, я вроде и туда смотрю еще и наверх. А сколько стоит крышу бы поменять примерно, вот такой шингл? Слушай, ну на такой дом где-то около 15 тысяч будет. Может быть, поменьше даже, дом небольшой. Понятно. Мне 17 тысяч насчитали на дом, который был там около 3000 square feet. А, понятно. Но он двухэтажный, то есть я ну, честно говоря, там же тоже еще сложность крыши идет. Но я думаю, что где-то около 15 тысяч. А, смотри, вот это сюрприз. Ой, еще здесь есть еще одна. Есть одна гардеробная. Вот это как раз и walk-in называется. Небольшой, но... Но есть. Да. А мы уж думали, что нет другое. А вот тебе и раз. Так, проходи в ванную комнату. Так, ванная, значит, да, все по таким старым, конечно, такое стандартам. Малюсенькое, посмотри, как две раковины. Да, все-таки стандарты старые, да. То есть это либо вы, хотя вот это... Это еще я не высокая, натуральный по колено. Да, 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 да. Для лилипутиков, да? Наверное, рассчитано, чтобы для детей было, да, но это же мастер-бедрум. Если ты, Юль, ты мне сама говорила, у тебя в кондо тоже низкие, да, и вы их меняли или нет, я не знаю. Да, мы меняли. Вы меняли. Да. А, были такие низкие, вот такие раковины. Были низкие, да. Да, да, да. Это стандарты 90-е и раньше года. Да, да. Вот так. Имейте Люди виду. Были понижены. Здесь, конечно, я бы... Поменяла, поменяла бы что-то. Душевую кабину. Окошко это прикольно, это хорошо. Да. И трон у нас не закрыт. Тут же. Да, это нехорошо, но это опять же стандарт тех лет. Вот потолок тоже, да, посмотрите. Сейчас какой. В последних как бы новостройках стали закрывать в основном. Да. Да. Так, мы пройдем. В принципе. В принципе, ощущение... мы дом весь показали, да. Ощущение хорошее, да? Да. Чем-то таким супер старым не пахнет. Да, нет, кстати, запахов нет. Да, да, да. Или, давай, знаете, тогда... там плесенью какой-то. То есть люди живут в этом доме, ухаживают за ним. Просто дом сам не очень новый. Мне так, понравился размер участка здесь. Смотри, какой огромный участок. По большому счету, скажи, здесь можно сделать, если хочешь, и все бассейн. Что угодно, вон бассейн, да. Вот посмотри, сколько места. О, пожалуйста.
Да, хороший участок. Вот здесь и травка есть, выгул собак, выгул детей. Беседка. Что такая. Здесь не хватает, это какого-нибудь навеса, знаешь, чтобы дождливый согласна. Сезон можно было, ну, опять-таки... Или летнюю кухню поставить, надо какой-то навес иметь, здесь да? Здесь креативить можно очень много. Угу. Участок есть, он хороший, большого размера. Ты знаешь, здесь уютно, потому что соседи стоят подальше, да? Ну, как-то не дом в дом, как бывает, да? И деревья большие. Из-за этого так становится уютно. И везде зелень, видите, практически все закрыто зеленью. Вот здесь еще можно добавить. И вообще красота забор будет. Тоже нужно ремонтировать. Да. Я согласна, вот здесь забор заваливается уже. Да. Ну, вообще так интересно здесь. Я подумала, это душ. А это просто для красоты. Так, я вот думаю, у них гамак здесь висел. Да, наверное. Вот с этой стороны дом. Так выглядит. Такой вот домик. Чтобы вы имели в виду, что сейчас можно купить за 400 тысяч. На самом деле, я проверила цены. Цены соответствуют тому, что они хотят получить. Да. Около 400 тысяч. Вот я бы скинула 10-15, поторговалась бы и за крышу. Да. Да. Но это уже, возможно, при инспекции можно сделать или можно при подаче оффера. А так мне, в принципе, нужно вложить какие-то деньги, какой-то ремонтик сделать. Да, есть, можно вложить, согласна. Очень уютно и неплохо. Само комьюнити хорошее. И все три отличные школы. Да, да, да. И Метровест. Вот гольф-корс прям... Можно сказать, в двух минутах отсюда. Да, вот и 15 знаменитый минут. Метровест Golf Course. И Юля там же живет. Ну, гольф-корс, может, и не всем надо, но это красиво. Ну, это красиво, погулять, да. Да, а вот то, что здесь до даунтауна тоже близко, 15 минут, тоже близко. Хорошо. Здесь свои собственные плазы есть, Метровест, да, вот. И Пабликс рядом. Пабликс буквально здесь в минуте езды отсюда, минута-полторы. Да, удобное мне нравится место, очень. Очень хорошо. Ну вот, а вы что скажете? Купила бы я себе такой дом за 400 тысяч, наверное, да. Я бы его переделала по своему вкусу, убрала бы вот эти вот лишние стеночки. Я думаю, что очень хороший дом. Да. Друзья, мы хотели вам показать, в принципе, что такое Метровест. Все эти плазы, здесь огромное количество плаз. Вот это, наверное, моя самая любимая. Красивые мощеные улочки, очень много ресторанов. Любимый Юлин ресторан Изибан. Да. Суши, японский ресторан. Мы сюда часто ходим, да. Да, вот напротив бразильский ресторан Пабликс. И это все в двух минутах от дома, который мы сегодня с вами смотрели. И я тут недалеко, кстати. Да. Хочу можно сказать, пешком дойти красиво, до этой здесь. Плазы, да, очень красиво. Опять-таки старые деревья, да. Уже пальмы высокие, такие mature, то есть уже достаточно старый и красивый район. Да, и знаете, здесь еще разрастается даже здесь комьюнити, да, вот мы вам сейчас покажем, сделаем вставочку, где мы проезжали. Здесь апартаменты, да, к сожалению, их не купить, чистая аренда. Чистая аренда, вот новые за полгода буквально построили. Ну, за год точно, да. Ну, да, да. Да. А давайте еще покажем нашу достопримечательность. Да. Метровеста. Кони. Друзья, как мы раньше говорили, дом находится рядом, буквально в одной минуте езды от Метровест Golf Course. Я люблю играть в гольф. Мой муж любит играть в гольф. Для меня, честно говоря, наличие гольф-полей недалеко от дома – это очень важно. Конечно, вы, скорее всего, наверное, не играете в гольф, но все равно здесь погулять, вечером погулять – очень красивые виды, да. Озера, красивая природа. Да, даже если вы не играете, это очень красиво, просто проезжая, смотреть просто на всю эту красоту. Просто мимо проезжать, да. Да. Я играю, поэтому я не только мимо проезжаю, мимо таких полей. Да, вот, кстати, как раз вон там есть люди, гольфисты.
Они в любую погоду играют. В любую погоду. Да. Честно говоря, я, конечно, люблю играть в гольф, но не в жару. Не в жару, да. И не в дождь, да. И не в дождь, да. Но гольфисты, мой муж играет в любую погоду. Да, да, да. Есть такие. Друзья, так как мы уже попрощались еще в доме, и потом мы решили все же снять для вас окрестности вокруг этого дома, снова прощаемся. Спасибо, что вы нас смотрите. Нам это очень важно. Ставьте свои лайки, пишите комментарии и напишите ваше мнение по дому, как вам понравилось или нет. До следующих встреч. Пока. Пока-пока.